послать что-то. Ну-ка, надо глянуть, что там. А что-то бумаги подберите. Подберите, ребята, бумаги, всю бумагу подберите. Собери бумаги. Сергей Павлович придумал какую-то эстафету для детей. Да нет. Ты устал? Я лягу с тобой, мама. Покуражиться. Как мишка. Два ведра. Как мишка. Я туда поставь. Ну, люби ее. Мишка. Не обижай. Вот, пока не снимать. Ну, можешь снять. Понятно, я понял. Я съем. Я будем. Так, кто еще в эстафету? Сейчас я приглашу. Сергей, что, одно только задание? У меня тоже как бы есть эстафета большая, там много заданий. Мешки надо, потом что еще, кто в ложечке пронесет водички больше и так далее. И вот так у меня там много есть, можно провести будет потом. Хорошо. Да? Чего? Этот парень не хочет даже учиться. Надо тебе хотя бы 5 раз отжаться. Так. Кто будет играть в эстафету? Я! Отлично. Ты будешь в эстафету играть? Не будешь. Давай. Бегом. Не будешь. А чего ты как тюлень-то? Не буду. Тараси, пойдем. Место. Молодцы. Так, надо будет выбрать двух капитанов. О, бегут. Соня, Маша, капитаны. Соня, капитаны. Соня и Маша? Да, да, да. Давай, они одинаковые. Соня, иди нет, сюда. Маша, иди сюда. Да, я не буду. Нет, они маленькие, ладно. Так, да, кто да. хочет быть капитаном? Я! Вот ты! Я старший! Ты тоже будешь? Давай, Нестор и Тараси. Я еще не был. Так. Я не Тараси. Это Егор. Ай, Егор. Егор, Егор. Егор, прости, дорогой. Так, сейчас кто будет первым выбирать? Смотрите. Вот одна короткая, одна длинная. Так, Егор, не подглядывать. Если длинную выберешь, давай, длинную выбираешь, то ты первый. Ну-ка, давай. Все, длинную. Длинную, ты первый выбираешь. Все, мы встали. Да, людей. Значит, смотрите, люди, идите в эту сторону все. Капитаны сюда. Люди все сюда. Дядя Сережа. Капитан один сюда, второй сюда. Все, вы первые побежите. Так, кружки, кружки где? Беги за кружками. Две. Так, давай. Костя. Подожди, стоп. Тарас, ты что там делаешь? Костя. Ты выбрал? Нет. Выбирать? Я беру. Подожди, ты первый выбираешь? Костя. Давай. Выбирай. Самого быстрого. Быстрей. Да. Быстрей. Ливия. Я самая быстрая? Да, давай. Миха. Давай. Еще нас выбираю, будет сейчас твоя. Быстрей. Меня выбери. Тарас. Сюда. Да он же, вы команда любите. Так, ты, тайный рэпер. Тайный рэпер, давай сюда. Следующего, давай, следующего выбирай быстрее. Капитан. Вот Саша, ты хорошо делал. Самого высокого. Все, вот. Следующий. Ты не убираешь. Ты тоже тайный рэпер, Гасин. Оля. Гасин рэпер. Да, выбирай. Так, ты сюда. Ага. Выбирай. Так, ты сюда. Ура, ты сюда. Ты сюда. Отлично. Надо больше. Все, посчитай. Тихо, иди сюда. Нестор. Значит, смотрите.
Слушай внимательно. Слушайте внимательно. Задание. Слушайте внимательно. Почерпывайте кружку и бежите туда, выливаете в ведро. Бежите с кружкой обратно, передаете следующему. А когда уже нельзя? А если прольешь? Прольешь. А когда уже если прольешь, потом в конце посмотрим, кто быстрее и у кого больше. Повторите еще раз. Если невозможно почерпнуть, то тогда уже с ведром бежите и выливаете. Значит, а что, взрослым можно участвовать? Хотите, да. Едет, Виталюк! Ура! Тебе пара нужна. Еще одного. Кто еще? Я снимаю. Дядь Володя. Я какой бегу. Володя снимать, подожди, пока. Так, держи кружку. А что надо еще? А, держи. Кто первый? Что надо капитан, ну, первый. Туда все выливать? Да! Значит, нужно бежать аккуратно. Если, смотрите, команда выиграет по времени, но проиграет по воде, нищетово. Нужно выиграть и по времени, и по воде. Понятно? То есть, если вы будете бежать быстро, но ничего туда не принесете, мы сравним, у кого воды больше. Если вы выиграете по времени, но воды будет меньше, победа не засчитана. А это наоборот. Понятно? А я уже потом... Воды больше. Надо, чтобы и по времени выиграли. Обязательно. И по воде. То есть бежите аккуратно. И воду. На старт. Внимание. Марш. Да шевелись ты. Быстрее, быстрее. Давай прикроем. Ладонью закрывать можно. Можно, да? Вот это лечится. Быстрее. Гектор, быстрее. Куда выливать? Давай, 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 дав
если бы так бы ходили. Лилия! Это точно. Лилия! Давай! Бегу! Леонида, Леонида, быстрее! Леонида, 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 сейчас творители были выше настолько, что от облаков до земли. Ну да, закончили, как взяли, смазали. Даже не чувствовали. Перебегать будет. Зря вот так. Да блин, Оля! Вы сами проиграла команда вот эта, потому что нечестно, а уже нельзя. Ну почему? Там можно было зачерпнуть, нет, надо с ведром бежать, она с кружкой побежала. Воды да, было одинаково. А ты им не говорил ничего? Говорил. Я им говорил перед этим, если зачерпнуть не можно, последний бежит с водой. Ну, а давай команде... Сережа будет говорить, когда можно с ведром. А ты сейчас им не командовал с ведром? У нас мало. Никита, да. Вот, вот кто появился. Виталий. О, дядя Никита, будете играть? Дядя Никита, давайте вы за нас. Никита. И что это будет? Что это будет? Дядя Никита к нам, дядя Никита, давайте к нам. Стойте здесь. Честно, сними дядя Виталий. Дядя Виталий, сюда, сюда, сюда. Давайте нам, дядя Никита. Дядя Никита, так, дядя Никита. Да знаю, дядя Никита. Никита, берегись, Никита. Даже не знаю, что происходит здесь. Она сюда. Эстафета, воду перенести из одного ведра в другое. Не стал только что набрал себе воды немножко. Мой нормальный. Давайте еще разок. Так, побежали. Трусы. Ливия убежала что-то. Это тоже побежала. А мы что, с девушкой побежим? А может наоборот, кружки оттуда? Либо ванну. Так, сейчас оттуда надо будет воду приносить сюда. Так. Надо переделиваться, наверное. Сколько у вас человек? А у меня за куртку пошла. А, не за куртку, вернуться, да? Это семь. Семь человек. Оля за куртка пошла. Они точно вернутся? Алеша, Алеша. Максим, Максим, выкини сигарету. Выкини. Там черпаете. Сюда выливаете. А что не играешь? Я. Давай, давай. Так, хватит, хватит. Так, внимание. Ну что такое? Начали. Ведра не брать и с ведрами не бегать. То есть последнее вот черпаешь, если видишь, что еще в кружке как бы есть. Тогда наливаем так, давайте из ведра вообще не выливать. Вот когда вы равно дочерпаете до тех пор, пока равно, еще черпаете. Да. А выливать не надо. Да, с ведрами не будет. Приз в команде побеждает. Так, за черту зайди. Вот черта. И это черта. Вообще выучил. На старт. Внимание. То есть обратно. Да, по пол ведра одинаково, а потом посмотрим, сколько прольется. Было вот столько, а уже пол ведра. А сейчас вот столько останется. Нашу команду бы хватило. Там было поровну, а сейчас поровну. Твоя бежит, выходи. Тарас, шевелись. Давай, давай. Давай. Пошел. Ведро нельзя трогать. Вы не мешайте друг другу. Там, конечно. Мне так сложновато можно. Давай все делать. Время не найдется. Это круто. Давай! Болейте, болейте, активно! Лиза! 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 Леонида, он нагоняет. Нагоняет, ну. Мальчик, мальчик, мальчик. Он его сейчас обгонит. Давай!
Ты что? Давай, не додумайся, когда бежит, просто раз. Вот проходит. Смотри, не хотел бежать. Мошки маленькие, как она быстро работает. Смотри, смотри. Никита, бежи. А, вода бежит. Никита знает где? Что там? Воду выключи, брат, пожалуйста. Скорее, скорее. На велосипеде съезди. А в чью команду встать? Слабейшую. А какая слабейшая? А у них по-разному. Самые сильные бегают, это самые маленькие, эти вот две сестренки. Они так мочат. Стоп! Стой! Да! Победила команда Нестора. Да! Вот эта девочка опять схватила ведро в вашей команде зачем-то. Сказала, ведра не брать. Заминка у вас из-за этого была, из-за своей невнимательности. Сейчас делаешь? Смотрим по количеству воды. О, еще один. Я просто зритель. Давай ведро сюда. Товарищ камера, смотрите. У них больше. У них и воды больше, и скорость больше. Да! Они победили. Честно. Ну, да, вот я тебя и быстрее, и аккуратнее. Ну что, повторим? Да! Надо растусовать тогда. Я не хочу. Давайте, ребята. Кто смелый остается, кто слабак и идет в лагерь. Сейчас я. Давайте вот тут маленько остается. Давайте сейчас тут эту воду туда. Оттащи. Надо на Егор, кружку бери. Я после него. Ледка! Кружка где твоя? У нас кружку украли! Все, да дальше вылить. Давай, прогоняй еще раз. Кружку вылить, воду вылить, на черту зайти. До черты нету. Приготовились на старт. Внимание, марш! Пошел! Можно вот так вот. Нестор! Давай, давай! Ну что? Скорее! Фокси! Ливия! Ведерко можно наклонять, чтобы школа побежала. Бонни! Сэр, Бонни! Так. Я не поделился.
да? Черпай. Давай, черпай. Вперед! Побежал! Можно из ведерка в кружку наливать. Помогайте теперь. Наливает капитан. Давай, капитан, наливай. Но аккуратней. Давай, больше не наливать, чем... Ну смотри, а что ты все не вылил? Береги! У них вода-то кончится. Ты все вылил? Нет? Нет. Нет, пока капля не закончится. Как только вода вся последняя вот вылетит, все, это будет последний. Сейчас ей по последней выливаете. Давай, быстрее, быстрее. Куда, куда, куда? Выливай. Куда быстрее? Сбили его. Ты снял? Маша, Маша! Вот, 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 спортсмен. Рыжик, рыжик, работает. Рыжик работает. Еще один. Почему? Она не бегала, почему? Рыжик босичком работает. Он не бегал. Почему так получается? Выставите в интернет, Вова. Володя, выставите в интернет? Кого? Ну, конечно. Если Игнать начал выставить. От него зависит. Давайте я забегаю, побегаю за него. Давай. За водой, Галя, сбегай. Вода, воду, воду расплескай. А я не пойду за водой. Я пойду. Я пойду. Сейчас мы набегаемся и спать не будем. Наоборот. Все, пойдемте со мной. Нестор, воды набирай. Кружку-то отдай. Я не бегаю.